В преддверии праздников диетологи советуют не усердствовать в поедании салатов, обильно заправленных майонезом. Тем более употреблять их через несколько дней после праздника. Как приготовить полезный, а самое главное, безопасный салат, знают наши корреспонденты. Повар с 25-летним стажем Саулет Улигенова готовит салат изысканный. Он легкий и питательный. В его составе копченый окорок, сыр, свежий огурец, маслины, листья салата и зелень. Все ингредиенты повар с легкостью нарезает кубиками. Несколько минут и вуаля, кулинарное творение готово. Кстати, заправляется салат оливковым маслом с медом и соевым соусом. Если даже сейчас используют этот оливье салат, то применяют такие более малокалорийные продукты. Вот семгу могут использовать, да? Майонез стараются малокалорийный использовать. Но сейчас вот в тренде больше делают салаты, такие, знаете, салатные заправки, такие легкие, на оливковом масле, соевым соусом. Если повара-диетологи советуют исключить майонез, либо использовать его в малом количестве, то опрос жителей показал, что главному блюду новогоднего стола оливье быть. Причем в чисто традиционном виде. Приготовить именно его хозяек просят их мужья, дети, родственники. Оливье это обязательно, потому что и муж, и дети, у меня в основном мальчики, они любят. Кетчуп и оливье – это его самые любимые салаты. Очень интересные салаты есть с говяжьим языком, с кукурузой. Кетчуп, оливье. И все же к некоторым советам специалистов стоит прислушаться. Например, в оливье колбасу заменить на отваренное мясо либо семгу. Заправлять салаты стоит перед подачей на стол. Хранить в холодильнике в закрытой посуде не более 18 часов. Детям вообще не рекомендуются сложные по составу блюда. И вообще Новый год лучше начинать без лишних килограммов. Еще в новогоднюю ночь не стоит усердствовать с жирной и острой пищей, чтобы в новом году не было проблем с системой пищеварения. Эльмира Ержанова, Жумарт Кудайбергенов, Информбюро, Актюбинская область.